Привет всем играющим в лазертаг и поклонникам этой игры. Сегодня мы расскажем вам о сценарии по захвату контрольных точек. Сценарии по захвату контрольных точек самые динамичные и, как правило, отыгрываются в начале, чтобы участники почувствовали вкус игры. В нейтральном положении, пока ни одна из команд не захватила точку, она светится белым светом. Захват происходит очень просто. Нужно выстрелить в датчик внутри девайса. После этого точка загорится цветом вашей команды. В течение раунда игроки из разных команд могут захватывать и удерживать точку, пока она не достигнет максимального времени удержания. Что это значит? Не важно, сколько раз синий или красный перезахватывали точку, важно, сколько общего времени она принадлежала каждой из команд. По истечении установленного времени контрольная точка начинает мигать цветом победителя и издавать звуки сирены. Желательно, чтобы количество точек на игре было нечетным. Это исключит вариант ничьи. Также их нужно устанавливать в одинаково сложно доступных местах для обеих команд. Удачи вам в играх, думайте о тактике и стратегии, и до новых встреч!